Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища в голове не укладывается. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да.
Ну, и как вам склад Фафнера? Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. Да, я готов. Иногда лучше вообще ничего не купить. Знаешь? Хорошо. Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Она дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. Thank you.
Можно причалить здесь. Сюда. Сын, сюда. Стой, сейчас прочту. Нашли алхимика, о котором я говорил? Прочесть можешь? Слушаюсь. Эти руны означают «внутри смерть». Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. А. Но без кольца.
Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Ну, в смысле, я. Душеед! Если он убьет нас, это конец! Ни Вальхалы, ни Хель, вообще ничего, никогда! Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Тебе плевать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Я готов!
кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Любопытно. Пойди сюда. Еще одна карта сокровищ. Go! Oh.
Любопытно. Кольцо! На оторванной руке! Приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Сандвари. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Отец, берегись!
будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Понял. Спокойно, без резких движений. Смотрим, это ли кольцо алхимика? Зеленый камень. Гномья надпись. Алхимик. Но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это Броку. Прочесть можешь? Слушаюсь. Эти руны начертаны в торопях. Написано «И Гимстейни». Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Ha!
Ты набираешься опыта. Что вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Миони Фракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Что-то уже не так интересно. Другое дело.
Ну и ладно, катитесь. Ну, что вы там нашли? Материал весьма прочный. С твоим напором и ногу продержится. Да-да, всегда рад. А теперь... Полите в жопу.
Сюда. Может, еще историю? Еще одну. Жила-была лягушка. Ее пруд высох, и она со своим сыном отправилась искать себе новый дом. Там был колодец. Сын увидел воду и решил прыгнуть, но лягушка его остановила. Она увидела, что колодец глубокий, и если вода в нем высохнет, они не смогут выбраться. Поэтому они пошли дальше. И все? Да. Это не история. Вот если бы сын туда прыгнул, тогда бы да. Сын попал бы в ловушку и умер, и никто бы не помог. Слыхал? Вот это история. Мы уже видели эту статую Торы, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юго-запад. Хорошо. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Давайте к делу. Парень,
Что дальше? Ищешь его, пацан? Решил чего? Ну, удачи.